26 апреля примерно в 8 часов вечера в УМВД России по Московскому району города Рязани поступило сообщение о том, что на улице Бирюзова обнаружен труп мужчины с множественными ножевыми ранами. На место преступления незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. В ходе осмотра мест происшествия личность погибшего была установлена. Оказался местный житель, проживающий в доме по соседству. Следователи установили, что вечером 26 апреля на улице Бирюзова между ранее незнакомыми мужчинами во время разговора возник конфликт, в результате которого один из них нанес своему собеседнику несколько ударов ножом. Потерпевший от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия, а преступник скрылся. Благодаря грамотно спланированным действиям и оперативно-розыскным мероприятиям, подозреваемый в совершении данного преступления установлен и задержан по горячим следам. Было установлено, что данное преступление, а именно убийство, совершил также житель города Рязани в ходе возникших личных неприязненных отношений к потерпевшему. В настоящее время подозреваемый задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело, предусмотренное частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса России. Сейчас проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Следователи осуществляют сбор доказательств, расследование продолжается.